Летние школьные каникулы подходят к своему завершению. До начала учебного года осталось всего ничего – 3 недели. Поэтому неудивительно, что сегодня в магазинах канцелярских товаров все чаще покупатели выстраиваются в очередь. В наше время собрать ребенка в школу – дело затратное. И для семей, где есть школьники, август является поистине разорительным месяцем. Вы только что расплатились в кассе за школьные принадлежности своего ребенка. Насколько дорого вообще сегодня детей собрать в школу? Ну, это только небольшая часть, то, что мы закупили, да. Ну, вот мы заплатили 29 евро. В школе у нас формы нет, а портфель удачно куплен 3 года назад, мы еще ходим. Вот. Ну, а, соответственно, спортивные формы, кроссовки, все вот это еще тоже уже закуплено заранее, чтобы не стоять в очереди. Ну, не дешевое удовольствие школьники нынче, да? Согласна, что очень дорого. Я считаю, что, наверное, дорого. Особенно малоимущим очень тяжело. Я думаю, что все дорого. Да. Смотря какие заработки у людей. Самое низкое – это 15 евро. Это вот самое низкое, если первокласснику. Если чуть постарше, то намного меньше уже получается. То есть не надо там ни гуашь, ни акварель, а тут и пластилин, вот это вот все. Дорого выходит. А если форма школьная, спортивная форма? Вот это намного дороже. Это хорошо, если 80 евро обойдется все вместе. А ранец, рюкзак уже купили? Да. 25 евро. Как вы считаете, с нее дорого вообще собирать себя в школу? Да, недешево. Например, вы на какую сумму рассчитываете, если ранец, форма, там спортивная форма? Ну, ранец, форма у меня как бы уже есть, но как бы тетради, ну, может, на 20 евро, думаю, 25. Я думаю, студентам намного легче собираться в школу, ой, в институт. Свой опыт, когда вы собирались в школу, сколько вообще вот в среднем, может быть, обходилось, чтобы подготовиться к 1 сентября? Честно говоря, не знаю, потому что, как правило, собирают родители, они за все платят, а мы, школьники, об этом не задумываемся. Для нашей семьи около 500 евро, да, обошлось. Не каждый может себе такое позволить. Не каждый, наверное, да. Ну, да, может, я и погорячила, сказала, что не очень дорого. Я живу за границей, не здесь, а не местный, поэтому я не знаю. А за границей сколько вот нужно потратить денег, чтобы собрать себя в учебное заведение? Ну, много надо на униформу тратиться, поэтому выходит где-то 200 евро. Тетради, папки, обложки, карандаши и ручки, альбомы по рисованию, рюкзаки и ранцы, акварель, не говоря уже о покупке одежды, спортивной формы, обуви. Покупка всего этого требует серьезных затрат. Судите сами, стоимость школьного пенала в среднем составляет 2 евро. За одну простую тетрадку придется отдать от 15 центов до 1,5 евро, а за общую от 1,5 до 5 евро. Цена на школьные рюкзаки и ранцы вовсе кусается. За некоторые просят не менее 100 евро. Правда, средняя цена школьной сумки в Даугавпилсе составляет от 45 до 60 евро, хотя и это недешево. Понятно, что не каждая семья в силу объективных причин может обеспечить своего ребенка-школьника всем необходимым. В таких случаях на помощь приходит социальная служба Даугавпилса. И в этом году малоимущим, малообеспеченным, а также приемным семьям выплачивается единоразовое пособие на приобретение канцелярских товаров. Размер пособия для детей, посещающих городские и дошкольные учреждения, составляют 22 евро, для первоклассников – 43 евро, и для учеников основных и средних школ Даугавпилса, а также для учащихся профессиональных школ Даугавпилса – 29 евро. В настоящее время пособие на концтовары уже получили 662 семьи. Помимо этого, вышеупомянутые категории семей имеют право на получение компенсации на приобретение школьной формы для учащихся тех учебных заведений, где она введена в обязательном порядке. В данном случае размер материальной помощи составляет 30 евро на каждого ребенка.